Есть ультимейт. Ультимейт нажимает, и гаджет пытается забрать Криштопора. Дамажит очень много. Гаджет погибнет сейчас. Здесь Галио. Ультимейт нажимает. Появление героя. Здесь же подброс идет от жесткого бакса. Даун. Маэмы. Ульта от Рикса не добьет Даймонда. Дабл килл. Уже у Кледа. Клед сильный. Айс. Сульты хотят сыграть Садоса под флешом. И Даймон против эпицентра событий находится под стоп-вотчем. Появление героя идет. Докси здесь никуда не уходит. Его забирают. Креокса подцепляет таунтом. Здесь даблкил уже для стажера. Креокс таки забрал жесткого Макса. Но не более того, гаджет не смог добить Даймонда. Или нет, Докси. Жесткий Макс и Кира тут с другой стороны. Скачок от Сантоса, ульты по Кире. Сантос и Хагиру. Плохая цель для фокуса. Кира, это совсем не то, что ты хочешь делать здесь. По Сантосу играет команда Гамбита. И очарование прекрасно по Рексай. Рексай в опасности, а там и гаджет. Начинает стрелять по Даймон Проксу. Даймон все еще с ангелом хранителем. Он падает в него, и гаджет на очень низком уровне здоровья. Еле-еле живет. Это и его забивает. Стажер забирает квадрокил. 3-5. Смогут ли Вегас Патрон закончить игру в этой ситуации? И стажер нажимает ультимейт. Пытается откатить. Здесь Даймон Прокс. Идет в лед. Хороший контроль. Неплохо. Не удержим Докси. Даймон Прокс долго танкует. Здесь он начинает пробивать Гаргулью. Он нажимает. Очень много хп. У него теперь гейтс. Даун. Забирает. Джорбан и Корки. Даймон Прокс. Красава буквально в соло. Сейчас удерживает базу свою. Сантос разворачивается. Даймон Прокс создает мало здоровья. И Юми! Кошки-мышки под прицельный зал. Тоже 3000 остается у нашего Рейдит. Кири обрывается по гаджету. Ультимейт нажимает и прицельный залп. Гаджета забирает, взрывает. Вот здесь Креокс китает своим Викуком. Не смог здорово забрать. Пора падать, гампить. Ты идет Лотик. Хорошо прокасовывается по Креоксу. Креокс старается тащить очень долго, но его, скорее всего, заберут. Конечно, летает неплохо. Минус Эзрель. Дальше бьет. Креокс вместе с Арсом и Докси. Бьют Даймон Прокс. Даймон Прокс. Док танкует. Экс. Другой стороны обходит. Сторон пытается убить. Сторон еле-еле живой. Кира здесь принимает себя урон. Пытается вернуться обратно. Жесткий Макс его подхиливает. Неплохо работает Даймон Прокс дальше. Стягивает двоих. Даймон! Здесь работает прекрасно по игрокам. Вегас Патрон. Кира бежит. Нажимает топ-бой. А где жесткий Макс? Жесткого Макса нету. Подходит, здесь 7000 остается у старшего. Дискотека уже вышел с пакета. Пошел! Нет, Лодей! Почти погиб, он живет еле-еле. Хорошо, чил! Здесь Гамбиты врываются, Гамбиты разворачивают эту драку. Они убивают Креокса, Сантос, Лох, ХП. Тоже должен погибать. Даймон Прокс стягивает двоих! Даймон Прокс! Стажер все еще живет. Тем временем Сантос забирает Лодей. И Лодей жестким махом разбирает. Где-то инициировать у Кира. Кира отступает. Стажер переходит через стену. Нормально в позиции. Что находится? Тысяча хп остается у Дажора. Забирает его. Никто иной, как Лотик. Минусует. Азира уже рвается. Дальше стажер играет. Покажет. Гаджет даже крещет на свое сдал по одному лишь стажеру. Идут вперед. Дальше играет. Даймонд очень долго танкует. Креокс его добивает с помощью своего тиммейта. Поток все разыграли. Его забрали. Гаджет лох хп. Его пытается забрать команда Гамбит. Его спасал Сантос. Но не удалось выжить. Да или нет, что там было, ульта от Клета, но где-то в спине драка идет, Азир ультует, наверное, поэтому Проксу и много урона проходит, но этого недостаточно, вообще Лодик продолжает стрелять крещендо по Лодику, но вообще не чувствует Лодик урона здесь, потому что Юми выхиливает все, а тем временем Стежа сработает по Соне и минусует гаджета, и команда Gambit Esports оформляет 3-0 со счетом 17-4 на 27-й минуте, завершает эту Best of 5 и проходит в гранд-финал LCL Open Cup 2019.